Якутяне простились с Леной Максимовной Амосовой. Траурная церемония состоялась на территории Хованского кладбища. Проводить в последний путь дочь народа Саха пришли все якутяне, проживающие в Москве. В траурном карауле собрались друзья, знакомые, коллеги по работе. Лена Максимовна начинала работать в постпредстве при первом президенте Михаиле Николаеве. При ее непосредственном участии были поставлены памятники ее отцу Максиму Кировичу Амосову. Слова соболезнования прозвучали от жителей Намского улуса, а также поступили телеграммы из разных уголков страны. Лена Максимовна Амосова внесла бесценный вклад в сохранение истории родной республики. Сберегла огромную долю ответственности перед якутянами, которую определил ее отец. История хранит в себе опыт поколений. Память о них – связующая нить, которую Лена Максимовна пронесла через всю свою многогранную жизнь. С утратой Лены Максимовны Якутия понесла тяжелую, невосполнимую потерю. Но в памяти якутян ее подвижническая деятельность навсегда останется ярчайшим примером сохранения преемственности поколений и символом созидания исторического фундамента для дальнейшего развития родной республики.